Я, конечно, не футболист, но мне есть что-то интересное. Чик-чирик чириканутая. В этот раз я действительно вас всех удивлю. Я сделаю то, чего никто не делал в мире. Разрисую мяч с портретом каждого человека. И это будут игроки футбольной медиакоманды Тудроц. Сначала я взял мяч, прогрунтовал его и покрасил в черный цвет. А после принялся за работу. И первым, кого я нарисую, будет Женя. Это один из основателей данной команды и самый приятный, а также добрый человек. Этот проект будет создаваться долго, поскольку на каждой ячейке будет нарисован отдельный игрок, что займет много времени для меня. Но я долго хотел реализовать свою идею. И надеюсь, что ваша поддержка будет самой максимальной. И парни меня точно заметят. Поэтому сделайте их упоминание или напишите какой-то комментарий, чтобы ролик попал в рекомендации. Сам процесс рисования был очень тяжелый, потому что не так просто рисовать на такой поверхности. Где-то не получалось ярко нарисовать детали, а в один момент мяч просто выпадал из рук от усталости. Но я стремился к качественному итогу. Вы, кстати, можете сами решить, кого следующего из Тудроц нарисовать. Напишите об этом в комментарии. А через несколько часов моя первая ячейка была готова. И вот что у меня получилось. Надеюсь, что вам понравится, и вы будете следить за следующей частью моей идеи.